У нас получилась игра такая сегодня нетипична в нашем стилу. Последние пар игр мы выигрывали только 0-1, но сегодня и после забитого мяча мы не стали играть назад, просто атаковали дальше. Я думаю, в этой игре у нас получилось, я не знаю, больше моментов, ниж на 5 предыдущих игр. Попросту, но старались играть вперед и попросту столько моментов было, не забили наконец. Забили 4, выиграли 4-1, очень довольны. Ну, эмоции потрясающие, конечно, еще так быстро все получилось. Вот, хорошо, что выиграли, вот гол в наш ворот нас, можно сказать, разозлил. И хорошо, что мы сразу забили один и еще два и довели до логического завершения эту игру. Результативный матч получился, могли в первом тайме решать все вопросы. И, наверное, не было бы этого ляпа. При счете 1-0, да, ну хорошо собрались, не расслабились и реализовали то, что не реализовали в первом тайме. Очень много моментов у нас было и попросту надо нам раньше забивать хоть второй гол, чтобы команда уже раскрепостилась и играла, а потом еще моменту приедет и забьем еще больше. Но попросту в нашем стиле столько моментов не забили и потом получили 1-1. Но чуть-чуть волновались, но слава богу забили очень быстро второй, потом третий и четвертый. В первом тайме мы переиграли полностью соперника. Вот, должны были забивать два или даже больше мячей. И вот этот какой-то курьезный гол непонятный. Вот. Но хорошо, что так получилось все. Ну, молодец. Ну, что, надо так дальше забивать. Но попросту сегодня разоткрылся, и я очень рад этому. Ну, это всегда крыляет доверие тренера. Вот, поэтому выходишь раскрепощенный, больше получается на поле. Ну, как следствие, забитые голы и удачная игра. Спасибо всем болельщикам, которые болеют за нас и которые, не знаю, как сказать, и в этих трудных моментах, которые клуб находится, но я знаю, там критики идут, что не играем, как в прошлом году и все, но я считаю, что надо чуть-чуть потерпеть, эта команда попросту снова собралась, и я думаю, что в последних играх мы показываем этот футбол, который мы показывали в прошлом году, где болельщики могут быть довольны, особенно сегодня, где мы попросту атаковали, створили моменты, играли открытый футбол, и я думаю, что на следующих играх у нас будет еще больше и больше болельщиков.